Аргентинская звезда футбола рекламирует блокчейн-фирму. Лионель Месси, игрок футбольного клуба «Барселона», опубликовал пост на собственной странице в социальных сетях. В нем говорится, что Месси стал послом Serene Labs, разработчиков криптографических смартфонов и компьютеров. Быстрый рост курса биткоина и внедрение технологии блокчейн многими организациями и правительственными институтами делают технологию все более популярной. Лионель не первая знаменитость, которая интересуется инновационной индустрией. Ранее к блокчейн-миру присоединились Пэрис Хилтон и Флойд Мейвезер.